Damn. Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило российский фильм «Брат 2». Об этом сообщает пресс-служба Госкино. Государственное агентство Украины по вопросам кино отказало еще трем лентам российского производства в выдаче государственных удостоверений на право распространения и демонстрирования фильмов. В частности, речь идет о фильме «Брат 2», который запрещен для кино, театрального и телевизионного показа, публичного коммерческого видео и домашнего видео на всей территории Украины, говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что фильм содержит сцены, которые являются унизительными для украинцев по национальному признаку. Кроме того, Госкино считает некорректным демонстрацию этого фильма во время российской агрессии на Донбассе и оккупации Россией Крыма. Также в выдаче прокатных удостоверений отказано телесериалам «Из жизни капитана Черняева» и «Паутина 8». Обе ленты содержат популяризацию силовых структур Российской Федерации и формирование положительного имиджа их представителей, добавили в агентстве.